Ассаламу алейкум. Друзья, приветствую вас на канале. Сегодня тоже в поисках клада золота и всех других драгоценностей, скажем. Сегодня у нас 30 апреля. Вышел на копья. Как обычно, делать нечего. Безработица везде. Вот. И вот этой ямке я обнаружил кое-что. Не знаю, сейчас буду смотреть вместе с вами. На вес очень легкая. Не знаю что. Буду смотреть. Будем смотреть вместе, что это мы нашли. Так, это монета, уже радует, что монета. И я думаю, это серебро. Так, 5. Написано 5, по крайней мере. Пятерка что-то. Монета грязная. Пять франков. Как год проявись. Да. Тысяча девятьсот сорок пятый год. Я думаю. Или 800. Так, сейчас посмотрим. Точно не скажу, какой год. Ну-ка. Сфокусируйся или как-то. Фокус не ловит. Короче, монета. Или 1045 год, или 1945 год. Так, я не пойму, короче, что тут написано, надо будет почистить. И тогда я фото я сделаю и покажу. Ну что, продолжаем? Уже радует, да? Уже радует. Так, друзья, после ходьбы решил уже выйти из этого леса, так как после алюминиевого 5 франков 45 года вот я обнаружил еще что-то. Сейчас посмотрим, что это. Это что-то когда-то, я думаю, было монетой. Но время ее изрядно потрепало. Да, ничего видно не будет, если не почистить. Короче, это уже ничто. Вот так, ну продолжаем, да.
Главное не отчаиваться. Так, новая находка. 20 сантимов золотых. Так, так. 20 сантимов в евро. Так вот. Уже на машину собрал. Продолжаем дальше. Вот из этой вот ямочки вытащил. 20 сантимов. Богатым стал. Так, опять богатство, опять в еврох. Так. 10 сантимов. Вот, почти уже на бензин собрал. Сейчас на колеса надо. Все, доедем дальше. Продолжаем.